Всех приветствую на канале Animal History. Это история о пони, которого бросили на произвол судьбы. Пони Багги было всего несколько месяцев, когда волонтеры нашли его в поле истощенным, больным и практически съеденным личинками. Малыш Багги вместе с другими брошенными лошадьми был найден волонтерами в Хиламе, Северный Йоркшир. Офицер Сара Теккер вспоминает, что Багги был в ужасающем состоянии. «Когда я подошла к пони, я с 2 метров почувствовала запах гнили. Я слышала звук, который издавали личинки, прорываясь сквозь его кожу. Это было самое несчастное животное на моей памяти», – рассказывает Сара Теккер. Пони был в ужасном состоянии. По словам ветеринаров, Багги также страдал от внутренних паразитов, глистов и вшей. Его копыта нуждались в подрезке, а еще он был сильно обезвожен. Специалисты понимали, что Багги нуждается в срочном лечении, и отвезли его в ветеринарную клинику в Йорке. После этого пони отправился в Центр спасения и реабилитации лошадей, где начал свой путь к восстановлению. И вот, спустя время, Багги принял участие в конном шоу Экурфест в Питерборо. Статный красавец произвел впечатление на жюри и удостоился звания «Лучший спасенный пони». История Багги – яркий пример того, что пони, у которого было страшное начало жизни, может оставить свое прошлое и достичь удивительных успехов. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.